Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот чтобы семена перца проклюнулись буквально на следующий день, вижу первый раз в жизни. Обычно мы всегда жалуемся, когда семена проклевываются долго. Я еще говорила, когда я их замачивала вчера, говорила, что могут лежать и неделю, и 10 дней, и 15. И каково же было мое удивление, когда буквально на следующий день проклюнулись у меня вот семена колокольчика. Смотрите. Я вот только что вам показывала, что я их замочила, что они у меня будут долго лежать. И я их потом во вторую очередь после сухих буду сеять. И что самое интересное, ни один сорт, вот который из магазинных пачек у меня, не проклюнулся. Проклюнулись именно семена, собранные, ну как, своими руками в домашних условиях. Вот этот колокольчик, про который я даже в каталоге писала, что выращиваю его впервые и не уверена, вызрели семена у него или не вызрели, так как я не знаю о его характеристиках. Именно он поразил меня своей вот такой скороспелостью. То есть на следующий день после замачивания показались ростки, видите? И показались ростки очень дружно. Тут, видите, вот и на этой половинке. И, конечно, мне это доставило дополнительные хлопоты и заботы. Я рассчитывала посеять перец через неделю. Как я говорила, вот он наклюнется весь, я его посажу в лоточек. И теперь чем плохо то, что неравномерные вот эти сроки проклевывания, то, что этот мне сейчас придется сегодня высевать, тот, который следующий будет дальше, и как... Ну, вы понимаете, что лучше бы, конечно, посадить сразу все в один лоток, в один день, и все. А мне теперь придется по одному, по две бороздки высевать. И вот этот колокольчик, он меня, конечно, очень удивил. Я сейчас его буду сеять. И рассчитывая сеять через неделю, я хотела вам все спокойно приготовить, показать, рассказать. Но сейчас буду сеять в авральном режиме. Вот сейчас время у меня 11 вечера. Я насыпала грунт, сделала дорожки. И когда разложу семена, я вам покажу, потому что весь процесс не буду показывать. У меня сегодня уже нет сил, я очень устала. Главное, что хочу сказать. Вот дорожки проливаю питательным раствором, раскладываю семена, закрываю грунтом, все. Сегодня будет посев минимальный. И еще раз хочу сказать, когда многие спрашивают, соблюдаете ли вы лунный календарь. Вот какой в таких условиях лунный календарь соблюдать? Рассчитывала через неделю посеять, через 10 дней. Пришлось сеять на следующий день после замачивания сразу. Вот выстрелили они почему-то сразу, и все. Вот куда? И даже сегодня, я даже не заглядываю ни в какой календарь лунный. Сегодня будет хоть новолуние, хоть полнолуние, хоть другие неблагоприятные условия. Семена, которые проклюнулись, они меня вынуждают работать именно сегодня. И в праздники, и в любой день. Как хотят того растения, так я и делаю. Вот сегодня сейчас выключу камеру. Буду раскладывать вот эти готовые, которые с ростками, семена пинцетом. И потом вам еще раз включу камеру и коротко-коротко расскажу, как я это делаю. Все, до свидания. Очень удивились семена перца, которые проклюнулись на следующий день. Честно скажу, ни разу в жизни не было, чтобы перец за одни сутки проклюнулся. Но, вероятно, потому что очень свежий.